Привет, друзья! Вы знали, что дорогие кабели на самом деле не звучат? Трехмерный звук невозможно сделать только на двух колонках? Винил устарел еще 40 лет назад и не может звучать лучше цифры. А если дернуть Борзенкова за ухо, на нем загорятся синие светодиоды. Звучит спорно? Но вы когда-нибудь задумывались о том, какую роль форумные споры играют в нашей жизни? Они, конечно, способны переносить нас в другое измерение, вызывать эмоции, которые невозможно передать словами и все такое. Однако, чтобы действительно повергать оппонентов в этих спорах, нужно прокачивать свои навыки, слушая и сравнивая разную аппаратуру самому, чтобы понимать, как на самом деле не звучит тот или иной кабель. Лучшее место для этого – большая серьезная аудиофильская выставка. Но если серьезно, друзья, то уже 8 и 9 апреля вас ждет один из лучших аудиофильских ивентов года – свежая во всех смыслах выставка Fresh Hi-Fi and Vinyl Show. Во второй раз в Москве в отеле Holiday Таганский соберутся аудиофилы и меломаны, чтобы отключиться от серых будней и полностью погрузиться в мир винила, музыки, мастер-лент и самой передовой аппаратуры. И там действительно будет что посмотреть. По сравнению с прошлым годом, выставка выросла аж в полтора раза. Организаторы собрали для вас более 30 комнат с самыми современными системами Hi-Fi и High-End, чтобы вы смогли услышать и оценить все сами, а не делать выводы на основе мнений разных интернет-болтунов. Ну и много винила, конечно, там тоже будет. И что очень приятно, выставка абсолютно бесплатна для посетителей, ведь организаторы проводят ее для поддержки всей индустрии и популяризации нашего с вами большого хобби. Это я сейчас не о форумных спорах. Хотя, кто вам помешает задать каверзные вопросы представителям брендов? Ведь в конце концов, выставка для этого и нужна, чтобы каждый смог разобраться, найти свой звук, понять, за что ему хочется проголосовать собственными деньгами. Кстати, при желании там все можно будет купить, в том числе мастер-ленты, винил, само собой, аксессуары. А представители галереи Назаров и Пульт.ру помогут подобрать нужные компоненты. В общем, друзья, 8 и 9 апреля 2023 года в отеле Holiday Таганский, который находится по адресу Москва, Симоновский вал, дом 2, с 11 до 19 в субботу 8 апреля, и с 10 до 18 в воскресенье 9 апреля пройдет одна из самых душевных и всеобъемлющих выставок индустрии высококачественного аудио. Если вы все еще не уверены в том, какой кабель хуже звучит, просто зайдите на форум аудиофилов и присоединитесь к бесконечным дебатам. Но если вы хотите настоящего опыта, то зарегистрируйтесь по ссылке в описании и приходите на Fresh Hi-Fi and Vinyl Show.